challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем Вулканоид. Смотрите, я тут немножко сделал перестроечку. А, мне снесли уже второй раз турель, я поэтому поставил две. Просто прибегает за 4 минуты до вулкана. Толпень просто, вот как мы на третьем уровне выносили, вот примерно то же самое. Потом, я тут автоматизировал, значит, ну вот это все передвинул сюда. Потом автоматизировал мне пулеметную, на всякий случай. Чтобы было, чтобы всегда, во-первых, эти были патроны. Во-вторых, конечно, надо бы, по идее, сделать еще и для дробовика. Ну ладно, потом посмотрим. Может быть, быстрее на снайперку какую-нибудь перейдем. Вот, здесь у нас тоже производится порох. Тут все переплавляется, кроме кристаллов, потому что там всего 6 слотов, а нужно 7. А мне еще одно что-то как-то лень ставить ради такого. Ну тут, в принципе, тоже ничего, не знаю, кровать еще чуть-чуть сюда передвинул. Ну, стало по итогу намного удобнее. Я тут очень долго так перекидывал туда-сюда, потом понял, что мне в принципе литейка-то вот эта и не нужна-то теперь, ну, кроме того, чтобы пойти и руками кристаллы сделать или эти сплавы нужного уровня. Во всяком случае, пока. Потом, когда, возможно, надо будет алмазы переправлять и так далее, я еще одну просто автоматическую поставлю штуку и все, и сюда вообще, может быть, особо даже заглядывать не буду. Вот, радио перенес сюда, хотя можно его, наверное, и ближе теперь поставить, хотя я здесь смотрительную поставил. Теперь я вижу, сколько дробовичных патронов, опять же, сколько всего осталось. Удобно теперь все модули открывать-закрывать. Тонну гранат у меня появилось, я зашел в этот, в шахту, тут есть шахты небольшие, вот, и там просто тонна была всякого разного. В частности, вот именно гранаты, там 3 стака, по-моему, получился, нашел в сундуках, я прям аж прихренел немножечко. В общем-то, так, я хотел, во-первых, забрать артиллерию свою, и я попробую вернуться к дробовику, посмотрим. Может быть, получше будет, действительно. Так, нам нужно установить улучшение, я его сделал. Я бы еще бы и другую штуку сделал, но, увы, этот, эти гусеницы, но там нужен этот, вот эта штука третьего уровня, она у нас пока второго. Давай, улучшить науку. Нам нужен доступ к более совершенно улучшенному оборудованию. Улучшите систему бурового судна, чтобы мы смогли делать предметы высоких классов, например, научный модуль МК-2. Если каких-то частей нет, найдите и разграбьте научное буровое судно. На карте должны быть подсказки о том, где какое найти. Можно типа из других, но и... Можно на самом деле даже эти первого уровня грабить и превращать потом из... ну, ты вот делаешь какую-нибудь из этих штук, допустим, а потом переходишь сюда и делаешь из... Вот, из МК-1, из трех МК-1, 1 МК-2. Ну, в общем... Сами понимаете, не то чтобы это очень выгодно. Так, улучшите науку. Давайте вообще посмотрим. У нас наука-то это доступна. Вообще наука второго уровня мы, по-моему, уже имеем. Ее, по-моему, в прошлый раз еще. А не имеем? А почему мы ее не имеем? Данные науки МК-2. А я же вроде улучшал это. Почему-то мне казалось, что я это улучшал. Угу. Ладно, давайте куда-нибудь мотнемся тогда. Вот и научное судно тут, кстати, есть. Лаве можно, кстати, делать, но вот если эта штука да, зайдет, то начнутся некоторые модули ломаться немного. Не моментально все, но как бы неприятно. Так, здесь мне делать нечего. Вот здесь, допустим, если я пройду, скорее всего... Хотя у меня новые гусеницы, наверное, проскочу. Эх, проскочил. Так.
туннель на следующий этап. Мне это пока не нужно. Железо. У нас железа маловато стало. Давайте заберем. Ага, еще и место кончилось. Ладно, пока мы поднимаемся, давайте думать. Ага, хрен, теперь зайду в меню-то сюда. Потому что тут все смещено теперь. Кстати, мне его еще и помяли. Мне вообще тут много чего попомяли на самом деле. Это что сейчас 65? Это вот это 65? Так, ну вообще есть что? А, фонарик помяли. Ну, фонарик это не страшно. Фонарик я бы даже, может быть, сюда бы перенес. Или вот так вообще, даже лучше. Даже еще лучше, вот так. Во. Так, давайте включать, во-первых, все эти и все лаборатории. У нас, надеюсь, электричества вроде хватает. Хотя и вот эту давайте сделать. Он мне там все пока сделает. Мы... Так. Да, у меня все на него и хватает. Я, видимо, копил вот эти штуки к тому времени. А, не, не хватает. Так, наука. МК-2, наука. МК-2. Вот здесь, допустим, можно... Что это? Сломанный научный модуль. Вот, от него толку все равно нету. Будет ли их два, вопрос. Так, а каких тебе материалов-то нету, собственно? Опять? Копера. Так, так, так. Раз, два, три, четыре. Долго. Так, вот здесь меня, по-моему, или нет, или не здесь меня мяли. Нет, не здесь. Ну там реально выбегает просто толпа. И моментально сносит турели. А ты, кстати, вот из-за такого раза, прошлый раз меня... Ау! Меня это самое... Здесь вот поломали все. Ты изначально должен весь открыть быть. Так. При этом, смотрите, все равно я и максимум не достигаю. Странно. Что-то мне кажется, половина турели тут сейчас где-нибудь в спящем состоянии. Ну да. И все, и электричества нету. Ну да, 34. Так, турель мы сделали, сделали. Закрываем все это дело теперь. Так, забираем СМГ. Мортиру я пока никуда не ставил. И ставим сюда вот дополнительно. На всякий случай. Чего у тебя материалов-то нет? Вот на это нету. Ну сделай из этого. В чем проблема-то, собственно? 33 все равно, да? Так, что у нас по плавке? По плавке. Вот это еще нужно доплавить. А и это. После чего займемся тогда уже... Ну, закроем штуку и все, и станет лучше. Потом построим нормальную науку, построим нормальные эти угольники. Кстати, один угольник-то вот этот могу временно включить пока. Ну, чтобы электричество немножко хотя бы не в ущерб было. Так. Это делается. Давайте хоть карту исследуем. Железная руда. Вот этот кристальная шахта как раз таки. Я еще коперную встречал. О. А вот coal mine я не встречал. Это было бы интересно. Вопрос только... В
туннелях тут никто не сидит ли? Давайте смотаемся. Так, приехали. И где же эта шахта? Вон там. Ну, по-видимому, туда. Давайте, пока у нас эта наука. Она почти, кстати, уже и сделалась. Выключу вот это. А, все печки. Давайте исследуем угольную, хоть вам покажу, как выглядят шахты. Да, где-то внизу. Хорошо. Ну вот железо. Я, наверное, тоже не откажусь, потому что многие штуки теперь и на железе. Титан вроде бы не слишком пока нужен, но я думаю, в следующий раз прям будет нужен. Я его единственное потратил на улучшение бура. Оставшиеся устройства какие? А, ну я исследовал. Я думал, что опять это копию, это железо набрал, и мне все засчитали что-то. Так, вот. Так, 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 давайте смотреть, что вкусного тут имеется. Во-первых, ящики. О! Железо, тык-тык-тык. Патронов прям уйма. Они, правда, все выглядят одинаково абсолютно. Может быть, однажды они это и, конечно, и исправят, потому что вроде справляли, что-то делали. О, вот, пожалуйста, смотрите, куча заплаток. Не то, чтобы они очень сильно нужны были в данный момент у меня там, потому что припасено, но все равно. Так, тут вообще пусто. Да, целый один. А, но высоко, я думаю, что-то как-то странно. Так. Был бы дробовик бы еще на побольше, это патрончиков-то. Вообще было бы замечательно. В общем-то, мне даже тут не столько уголь нужен был, сколько вот такие штуки поискать. Потому что крайне бывает полезно. Я говорю, почти 300 я гранат набрал. Мне теперь их надолго хватит. Как бы после улучшения дальнейшего этого склада, я думаю, можно будет еще этот автоматизировать. Гранаты, бомбы и так далее. Чтобы всегда было все с запасом. Чтобы в любой момент можно было прийти. Не пойму, сзади подошли, спереди, потому что стрельба только с одного орудия, а дробовика нету. Хотя он вроде как в первую очередь должен фигачить. Давайте посмотрим, кто там приперся, если, конечно, трупы уже не пропадали. Надо хотя бы эти ящики какие-нибудь от них оставлять. На месте гибели прямо вот оставлять. А потом после всего звездеца, тогда уже убирать после извержения. Ну, давай посмотрим. Да, снаружи сделать прям классно будет. А, они с середины подошли, действительно, у меня тут только одна турель. Они побоялись с главного входа заходить. И я их не виню. Так, смотрите, мы уголь отправляем, кристаллы, железные слитки мы не отправляем. Вот это можно отправить, и уголь опять же. Вот это, потому что это все будет переплавляться. Нет, не то, вот это. А вот фёсталь, нет, вот эти тоже не надо. Вот слышите, мне кажется, там опять пипец какой-то. Вы чё лежите-то?
Хотя я не слышу, что повреждения получает мой корабль. Так что похоже нормально. То есть они еще не взрывались так жутко, что думается, что у меня что-то взорвали они. Вообще было бы отлично. Ты молодец какая. Даже не пополамали, в отличие от меня. Так. А, я хотел скинуть все железо и прочее. Всякие вот головы. Патроны мы их храним отдельно на всякий случай. И в любой момент можно будет и использовать, и переработать что-то более полезное. Так. Да, сейчас я отключу. Производилку пока тоже. Хотя, в принципе, можно и литейку. Там кристаллов единственное, может быть. А, нет, кристаллы там тоже по нулям было написано. Все хорошо. А, тогда давайте посмотрим. Научная станция. Мы это... А, во, пожалуйста. Ну, вот алмазы нужны, блин. Сейчас пойдем искать алмазы. Так, данные производства МК-3. А МК-3 я могу только делать, да, на науке МК-2, как минимум. А у меня ее нет вообще. Мне ее что-то не давали. Хотя вот есть теперь, отлично. Чего не хватает? Данные науки МК-2. Так, ты. Делай мне данные науки. А, я турели спрятал, потому что этот самый не нужен были. Электричество нужно было сэкономить. Что-то я перестарался, да. Опять же с этого бока бежите. Реально живучие. Так, 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 шкафы еще надо скинуть. Мне теперь глаза будут мозолить. Типа, у тебя есть шкафы. Нет, у тебя есть шкафы, ты же знаешь. Я их пока сюда сложу. Может быть, понадобится. На новые эти штуки. Но пока не требуется. В смысле, нету материалов. Ты уже его использовал, нет? Данные науки МК-2. Так ты их не сделал, то я... Чё тебе не хватило? Все есть, а он говорит, нет, нету. Или тут больше требуется? Нет, один. Все остальное у меня в достатке. Сейчас он это сделает, мы выключаем модули. Теоретически потом можно будет их и разобрать даже. Так, литейку мы тоже, да, пока выключаем на всякий случай. Так. Ну, ждем. Так, ну продолжаем. Тут начинался вулкан, поэтому я спустился. Это все равно можно из-под земли делать. И фигачим теперь один большой. Можно было бы еще бы пока оба маленькие даже засунуть для скорости. Но пока не будем. И энергии пока маловато. Уничтожь ты лазер. Пора разрушить еще одну важную постройку мехов. Первую лазерную установку мы уничтожили. Теперь они наверняка закрепили оборону и усилили охрану по всей зоне. Так что подрутить и захватить побольше патронов и взрывчатки. К опорам треножника придется пробиваться с боем. И это может занять время. Треножник не должен скрыться до начала извержения. Пробейтесь к нему как можно быстрее.
Хорошо, но вот только вопрос с этим треножником. Если я взорву часть какую-то, он спрячется. Он отремонтируется или нет? Это дело надо проверить чисто для интереса. Так. Так-то плюс-минус у меня все нормально. Единственное, патронов для артиллерии я бы сделал побольше. А у меня их нету, случайно. Take all делать не надо. Ну вот я вижу еще 6. И еще 20. Nice. Так, здесь у нас патроны, поэтому... Хотя я 2 патрона быстро выпущу, так что толку даже нету заморачиваться. Так, аптечки, броня, гранаты. На всякий случай. Так. Все остальное мне пока не нужно, правильно? Я могу что-нибудь делать научное, нужное? Наука МК-2 не нужна. Я, по-моему, это уже сделал. А, вот это вот нужно, да? Данные производства МК-3. Производство. Неизвестно, что из этого у меня есть. Ладно, мы сейчас приплывем. Заодно алмазы поищем. Так. Уголь. И железо на всякий случай. Ну, давай смотреть, куда ты на нас повезешь. Глубже? Давай глубже. Хоть автокарта есть какая-то. И то спасибо. Для инди-игры на самом деле очень даже неплохо. Много к чему тут можно прикопаться, но неизвестно, сколько там людей это делает, опять же, надо смотреть. Допустим, тот же этот самый RAF, там 2 человека, по-моему, делают. Поэтому они по году делают небольшие какие-то обновления. С другой стороны, у кого-то была куча бабла, и он для своей игры с кубиками раз в год выпускал 3 новых, не знаю, цветных говна. Так что да. Сейчас мы угля еще запасемся заранее. И такие вот кристаллы пусть будут. Ну вот и смотрите, видите, он даже старается более нормальную дорогу. Иногда, конечно, глючит, но старается все-таки нормальную дорогу выбирать. Так что даже с этим запарились. Впрочем, это с помощью графов, наверное, можно будет сделать в данном случае. Тихо, нет. Оно все равно разделено на секторы, и у каждого имеется... Как это называется? Вес. И мы просто ищем более кратчайший путь к этому всему. Так. Тык-тык-тык, так, это у нас что? Ну, кстати, очень полезная штука, нам бы ее бы разгромить как раз. Одну из. Так, стоп, это что? Часть усиленного, не особо нужны, титанового тоже сейчас заберем. Как видите, ни одного алмаза до сих пор. Так, куда-то туда. Ладно, была, не была, была, не была. Смотри-ка, проскочили. Не знаю, насколько мне это надо. Сломанный производство МК-3. Ну вот это определенно надо. Трансмиссии у меня нету. Она может пригодиться даже для производства каких-то вот штук. Вот этих вот боковушек. Потому что гидравлика мне, допустим, понадобилась. А я из нее делал как раз запчасти. Очень неприятно было, когда я выяснил, что оно все-таки нужно. Пришлось еще потратить время, как бы, чтобы найти еще новые части. Серый, кстати, я смотрю, что-то маловато. Я еще что-то вообще не вижу.
Так, это... Ага. Это вот оно как. Ну что, давайте посмотрим. Так. Вот ни во что я не могу нормально залезть из-за этого. Такое ощущение, что оно как-то странно меняется, если... Эй! Зачем ты это сделал? Ну вот зачем, объясни мне. Я себе хотел одну аптечку взять. Чтобы ее сейчас заюзать. Так, не гранаты, не надо. И вот опять я черт откуда брал. С конца надо брать, с конца. Так, а там еще вот эта броня. Так. Вот эти всякие штуки мне сейчас не сильно нужны. Че, пойдемте попробуем повоевать быстренько. Взорвем одну-две этих, одну опору. Чуть сломаем и потом посмотрим. Оно зарастет или нет? Оно восстановится? Так. Похоже, с того края было бы ближе к первой опоре. Так, тут кристалл. Но с другой стороны, да, порох нет. Хотя я не знаю, нет, для миномета мне нужен порох, а не кристаллы, по-моему. Идут парни, вон идут. Хорошо, что вы в этом плане туповаты. Так, это железо или что? А, вот это я зря сделал. Ты сдохнешь, блин, или нет? Вот так. Врагов больше нет. Ну, давайте проверим. В любом случае сломаем одну подпорку и потом посмотрим. Вообще, я отсюда могу расстрелять и другие. Мне кажется, с миномета. Но, в любом случае, с двух точек, я думаю, я смогу это сделать. А то из пистолета отсюда, вот знаете, даже. Теоретически, хотя. Хер знает насчет пистолета, но... Да вы там в меня стреляете, наивные. Тут у нас что? Еще уголек. Да, давайте теперь я позанимаюсь своими делами, и мы вернемся. Он как бы первое, это не самое сложное, так что если что, ее сломать еще раз труда не составит. Вот как это происходит. Но другая не закрылась. Так что, видимо, все-таки прогресс останется. Ну что ж, это весело. Да, давайте добьем вот этих товарищей.
Чё-то их, по-моему, там тонна. Еще и бур мне помяли, вообще охреневшие. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ну точно шесть было. Семь. Много. Давайте переждем и пойдем доломаем сегодня оставшиеся. Ну что, в бой? Прямо сходу спрыгиваю и иду бить всех. Ну и сохраняюсь, само собой. Так, только я... Систему-то вот эти надо выключить было. Чего они включились-то автоматом? А в остальном вот эту... Тоже можно. 23, нормально, все. Сейчас быстро вот эту дверь закроем, посмотрим. Это выключено, все. System online, реактор онлайн. All system nominal. Так, можно, кстати, хотя ладно, не буду возвращать задание. Я его убрал, чтобы оно не мешалось. Такое ощущение, что такая же абсолютная пещера, что и та была. Тут, может быть, тоже, конечно, поленились сделать. Ну, там нехватка ресурсов, куда-то все. Это что сейчас был? Была снайперка? Потом как-то так выстрелил странно. Ну и конечно же тут Бурятия. Их, да? Да почему-то нет анимации при зарядке. По-моему, мне пора отсюда линять. Чуть в более укромное место. Такими темпами я только гранатами-то и буду сражаться, блин. Потому что они самые эффективные. Интересно, какого уровня у них вот эта штука. Я бы ее... С удовольствием сломал. Я что-то себя не слабо так ломаю ее. Да етить вашу... Ой! Отлично. Thank you.
Джеронимо! На-на! Отлично! Так, сзади, надеюсь, никто не успеет прибежать, пока я броню надеваю. Так, наверху тоже, небось, есть? Нету. Так, соберем все, что плохо лежит, опять же. Так. Так, а я не понял, оно тут же должно было быть. Кто-то нет. Так, что у вас есть? И зачем вы пистолетные? Вот гранаты я вас заберу. Это вы зря. Бронебойные жаканы. Я слышу, что где-то еще ходит. Так, вот этот модуль определенно надо забрать. Ты мертвый, что ли? А то ты как живой прям. Еще и не искришь. Ой. Так, вот ты меня решил, да, доконать? Это ты зря. При этом у меня броня-то кончилась, я так смотрю, да? Но вот это как раз не очень хорошо. Так, я слышу, что он где-то топает. Но пока не вижу. Вот тут у нас что, тоже какой-то модуль полезный. Заберем все нужное. Да, ты вовремя это придумал. Все, потолка у них нету. Замечательно. Лом титана, мощные патроны к револьверу. Так, склад. Верстак. Пистолетные патроны, насос. Вот это, кстати, дорогое удовольствие, надо его забрать. Так, объединить. О, сколько сразу еще слотов появилось. Вот уголь я еще возьму. Гидравлика, в принципе, хватает. Железо заберу. И, в принципе, все, да? Тут... Все сломано или не все сломано? То я сейчас радостный выйдет, так выйду такое, и мне люлей навешают. Вот тут. Так, тут есть все. Заодно уничтожим им вот эту штуку. Хренам. Так-то, конечно, надо было дальше все-таки ходить. Так, и потолок еще к тому же тоже взорвало. Вот это вообще замечательно. Сейчас мы всяких полезных штук прям с этого получим еще.
Так, все, больше нам ничего, пистолетные патроны не нужны, это не нужно. Уголек, в принципе, тоже. Ага, все, да? Все, да не все. Я на всякий случай сохранился. Вот здесь, наверное, потому что что-то где-то не сломал, да? Ну, а сейчас было не попроще. Все, добывай, идем охотиться на лазерку. Серия немножко, конечно, затянется на пару минут, думаю, но в общем-то смысл все понятен. И, ну, в общем, не страшно, думаю. Так, отлично. Воу! Тихо ты. Он что, только что зарядил по своей в первую очередь? Ты молодец, ты хорошо придумал. Ну, замечательно. Че я умер? Это уж меня этим что-то придавило? Не. Это не считается. Тут, блин, еще одна такая же штука. И, похоже, они тут решили на меня пойти, да? Я тут сейчас частично от них отбился, но... Ах ты, тварь. У меня там аптечек куча, я еще подобрал с роботов. Кстати, зачем роботам они, не совсем понятно. Так, отлично, это мы снесли. Я пойду, наверное, вот этим путем, потому что я что-то не хочу пробираться через товарищей. Тихо. Можно так, кстати, смотреть. Эта херня никуда не денется, поэтому с ней лучше до дробовика. А вот этих уже можно и... А, они просто все повзрывались. Ну и отлично. Какие нынче слабые они пошли. Короче, я с них сейчас все соберу тогда, может быть. Хотя от ракеты их от бура вряд ли что-то останется. Вот так вот нагло просто. Не, ничего не осталось, он просто исчез. Оставив горы трупа. При этом с роботами я взаимодействовать как бы могу, но как бы в них ничего нет. Очень странно. Ну все, думаю, тогда мы на этом закончим. Начну приготовление к следующей части. А пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока. Подпишись на канал.